В самом центре Нижнего Новгорода на площади Минина в разгар рабочего дня сразу несколько автомобилей пострадали от обрушившейся штукатурки. Облицовка обвалилась с фасада педагогического университета и приземлилась аккуратно припаркованной рядом с учебным заведением автомобили. Упал фасад здания пединститута. На мой автомобиль повредил капот, лобовое стекло, бампер там разбитый с той стороны. Кроме отечественного автомобиля, пострадала иномарка. У матери водителя «Опеля» наворачивались слезы на глазах. К счастью, в момент обрушения отделки фасада возле института не было прохожих. Иначе все могло бы закончиться пострадавшими людьми, а не автомобилями.